Привет, с вами Тимур, и сегодня в этом видео я для вас опять собрал 7 самых крутых скрытых функций на iPhone, о которых вы никогда в жизни не знали. В последнее время я что-то смотрю, ролики подобного рода заходят очень даже хорошо, поэтому я постарался и сделал опять ролик подобного рода, чтобы он вам понравился и чтобы вы его посмотрели. А перед тем, как начать это видео, я призываю всех вас, кто сейчас смотрит это видео, добавляться ко мне в друзья ВКонтакте, потому что я там всех принимаю, и также подписываться ко мне в Инстаграм. Почему? Потому что это мой Инстаграм, и во-вторых, я там публикую очень много всего интересного. И мы можем быть вместе с вами 24 часа в сутки. Ну а специально для тех, кто любит зарабатывать деньги, я их призываю скачивать приложение AppSend по ссылочке в описании, где можно заработать деньги путем скачивания бесплатных приложений на iPhone и на Android. Вы просто скачиваете бесплатные приложения с App Store и при этом получаете деньги до 150 рублей. Чем больше вы скачиваете приложения, тем больше вам приходят офферы для того, чтобы скачивать и зарабатывать больше. И плюс там можно сделать себе реферальную систему, где вы будете приглашать ваших друзей и будете получать процент от их доли. А самая приятная особенность этого сервиса является тем, что вы можете моментально выводить ваши заработанные деньги на Яндекс.Деньги, Киви и WebMoney, а также можете просто пополнить свой счет. А если при регистрации вы укажете мой промокод LINE, то получите бесплатные халявные денежки. Все ссылки будут в описании, обязательно переходите, скачивайте и зарабатывайте без вложений. Ну давайте уже начнем. Первая функция очень даже полезна для тех, у кого, например, не работает кнопка Home или плохо работает кнопка Power, но не суть. Смотрите, что мы для этого делаем. Мы просто переходим в настройки, потом основные, универсальный доступ, Assistive Touch и включаем Assistive Touch. Смотрите, кнопка вылезла, заходим вот сюда и теперь, смотрите, нажимаем на вот этот вот минус. Теперь нажимаем сюда и выбираем, допустим, кнопку «Домой». Нажимаем на «Готово», выходим. И смотрите теперь, вот эта вот кнопка на экране будет выполнять функцию кнопки «Домой». Вот, как видите. Круто, да? Давайте теперь попробуем что-нибудь другое. Заходим сюда. Можно будет даже выбрать «Заблокировать экран». Смотрите, допустим, у вас не работает кнопка «Power». Вот. Вот как это работает. Итак, с помощью второй функции можно сделать так, чтобы iPhone прочитал за нас текст. Для этого мы переходим в настройки, основные, универсальный доступ, открываем Section Речь, нажимаем на экран вслух, выделение содержимого, включаем ее. Так, теперь открываем браузер и находим тот текст, который нужно прочитать. Двумя пальцами свайпаем сверху. И все. Закрыть. Как видите, iPhone теперь получить читает. Ссылку еще, пробки полимерные. Можно получать ускорить речь. В подарок. Или наоборот. Ки. Давайте закроем. А третья функция поможет нам сохранить какую-нибудь там статью с вашего браузера на ваш iBooks. Для этого мы делаем следующую вещь. Нажимаем вот сюда, на серединку. Свайпаем вправо. И нажимаем на «Сохранить в PDF». Далее он сохраняет, открывается iBooks, открываем, и как видите, наш текст теперь в iBooks. Можете ее в офлайне читать. Я знаю то, что до сих пор многие из вас свайпают вправо для того, чтобы разблокировать ваше устройство, и это вас раздражает, а я знаю, как это убрать. Для этого мы разблокируем наше устройство, зайдем в настройки, далее зайдем на Touch ID и пароль, вводим ваш пароль. Так, теперь убираем галочку с функцией «Сегодня». Теперь смотрите, что происходит. Вот. Видите? Круто же. А с этой проблемой сталкивался практически каждый. Допустим, мы обновляем сразу несколько приложений или же скачиваем, и хотим, чтобы один из этих приложений скачался самый первый. Для этого мы берем и используем 3D Touch. Зажимаем сильно на одном из приложений, которые мы хотим, чтобы он скачался первый. Вот так вот. И нажимаем на «Приоритизировать загрузку». И теперь это приложение скачается самым первым, а остальные позади него. Наверняка многие из вас используют браузер Safari и закрывают вкладки по одному. А я знаю, как сделать так, чтобы они закрывались сразу все. Для этого мы берем и удерживаем на кнопке «Закрыть». Итак, последняя функция. Мало кто знает, но на iPhone, кроме цифр, можно поставить пароль и буквами. Смотрите, как это делается. Для этого переходим в настройки. Так, Touch ID и пароль. Вводим пароль. Далее нажимаем на смену пароля. Вот здесь вот. Вводим пароль.
Теперь нажимаем вот сюда и выбираем вот этот вот section. Теперь придумываем пароль из букв и из цифр можно даже. Вводим, подтверждаем. Подтвердили. Теперь блокируем и смотрите, что происходит. Вот так вот это все дело работает. Если эти вот функции вам понравились, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Спасибо за просмотр. Всем пока.